Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередную, 13-ю серию украинского телепроекта «Клятва врача» на телеканале «Украина» вы сможете уже во вторник, 7 сентября. Фильм основан на реальных событиях. Материалом для сценария послужили подробности биографии талантливого русского ученого Наума Исидоровича Балабана, который в годы Великой Отечественной войны предпочел остаться вместе со своими пациентами, многих из которых он спас не только от психических расстройств, но и от смерти в руках фашистов. Главную роль, как вы знаете, в данном сериале исполнила актриса Ксения Мишина, которая однажды сказала, что очень любит свою работу, но порой ей бывает нелегко, да и усталость дает о себе знать. Все мы люди, со своим настроением и спектром эмоций, иногда бывает тяжело совладать с собой. Я в этом плане достаточно эмоциональный человек, но в целом я понимаю, что моя работа – это то, чем я живу, дышу, о чем мечтаю. Хотя Мишина и любит свою профессию, у нее бывают и взлеты, и падения. Какие бы ни были обстоятельства в жизни, личное состояние артиста не должно отображаться на его трудовой деятельности, ведь зритель это замечает. Актриса, по ее словам, смотрит ленты, в которых сыграла, чтобы оценить себя и стать намного лучше.